В многодетной семье Сидоровых из Терентгульского района шестеро детей. Дружной компанией во главе с мамой, папой и бабушкой Сидоровы прошли муниципальный этап и стали одной из 36 семей, которые приехали в Ульяновск на областной этап. Мама Анна бухгалтер, но проработала по специальности недолго. Решила посвятить себя воспитанию детей. Она хранительница семейного очага и хорошая хозяйка. Глава семейства работает водителем, занимается сваркой по металлу, в свободное время любит собирать грибы и ягоды. Сидоровы отметили, что процесс подготовки оказался очень веселым, интересным и помог еще больше их сплотить. Хотела показать, какая у нас дружная семья, какие у меня все умнички, какие у меня все помощники, что мы можем делать, какие поделки, какие творческие разные вещи. Нам все это нравится. Любим и готовить, любим и заниматься чем-то интересным. Пение, живопись, вязание. Каждый участник должен был представить не только традиции своей семьи, генеалогическое дерево, но и продемонстрировать свои кулинарные способности и необычные таланты. Удивить также предстояло визитной карточкой. Концертная программа прошла в формате капустника. Красивая. Это кто, мам? Это мы с папой с детства такие маленькие. Ух ты. Настя похожа на маму, а Дима на папу. О, есть такое. Конкурс проводится в два этапа. В этом году в Ульяновской области в первом этапе муниципальном приняло участие 150 семей. До второго регионального дошли 36 семей-победителей. Отобранным участникам необходимо было представить документы, портфолио и видеоролики. Среди номинаций «Молодая», «Многодетная», «Золотая» и «Сельская семья», «Преодоление» и «Семья-хранитель традиций». В дальнейшем победителей в каждой из них выберут члены жюри. Это многодетная семья, принимает участие 6 лучших многодетных семей, которые имеют свои традиции, свои истоки, свою историю. И 2 семьи на соискании премии «Золотая семья». Принимают участие семьи, которые прожили в браке более 50 лет. Итоги конкурса подведут 15 мая. Победители получат премию в размере 50 тысяч рублей, а также возможность выступить этой осенью на всероссийском конкурсе «Семья года». Основная цель конкурса – сохранение семейных устоев, ценностей и ответственного родительства, а также повышение демографии в стране. Алина Тихонова, Владимир Куликов. Специально для Улправда ТВ.